Наконец-то мы дождались. Новое обновление в Брукхейвен. Новогоднее. Давайте же посмотрим, что же у нас там интересного появилось. А из интересного, ребята, у нас, обратите внимание, новый ролл-плей сет. Не знаю, что это такое, мы обязательно с вами посмотрим. Сноумобили. Я вам расскажу, что такое сноумобили. Покажу вам обязательно. И Other Little Things, ребята. Как говорится, мы сейчас будем смотреть еще и секретки, которые добавили. Наконец-то прошло 2 месяца, и нам показали новые секретки. Ну, точнее, мы сейчас их посмотрим. Давайте, ребят, не будем тратить время. И первое, что я хочу вам сказать, ребята, то, что я очень сильно расстроен. Я ожидал от обновы намного больше. Пишите в комментариях, ждете вы или нет, точнее, ждали вы или нет что-то от обновы, но, как видите, имеем, что имеем. И тут есть огромное большое разочарование, ребята. Новое обновление, рождественское обновление, они же изменили карту, да, мы видим здесь вот эту елочку, все красиво, замечательно, но в прошлом году было точно так же, абсолютно. Даже вот этот вот Санта-Клаус, можете, ребята, посмотреть мое видео, обязательно отыщите новогоднее обновление в Брукхейвен, оно выходило, по-моему, в прошлом месяце. И там я смотрел карту Брукхейвен, рождественскую карту, которая была год назад. И сейчас, ребята, она есть. Точно такая же. Абсолютно точно такая же. То есть у нас, смотрите, Санни Санта-Клаус и все это у нас есть. Как видите, я тут с подписчиками. Кстати, если вы хотите, ребята, попасть в мои видосы, как мои подписчики, приглашаю вас в Инстаграм. Заходите, будьте самыми активными. Я оттуда выбираю людей и приглашаю сниматься со мной видео. Ну что, ребята, полетели. Давайте посмотрим более детально, что же у нас здесь добавилось. Итак, ребята, работают, кстати, санки точно так же, как и вертолет. Это абсолютно то же самое. Что изменилось с прошлого обновления, так скажем, которое было у нас рождественское? Что изменилось? Ну, изменились арки. По-моему, в прошлом году они просто здесь бантик был. Сейчас они, типа, такие все разукрашенные. Гора точно такая же, как и была, абсолютно ничего не поменялось. Сани Санта-Клауса точно такие же, как и были в прошлом году, ничего не поменялось. Елка точно такая же, то есть абсолютно точно такая же локация, как и была в прошлом году. Ничего нового нам не показали, но вот для тех, кто не играл в прошлом году, для них это будет, конечно же, все в новинку. А здесь у нас, смотрите, аккуратно, братуха, тихо. Тут у нас, смотрите, ребята, барная стойка, хотел сказать. Как это называется-то? Ферма у нас тоже украшена, то есть ее можно увидеть. У нас, смотрите, горит. Можно даже включить ночь. Давайте мы сейчас включим, ну, например, давайте 3 часа ночи и посмотрим, как это все выглядит. Ну, выглядит довольно-таки скудненько, как мне кажется. Хотя вот эта вот зона красивая. Все остальное, ну, как было, ну, только там елочка, там елочка и все. Ну, спасибо, хоть что-то выкатили, да? Интересно, мы обязательно, ребята, посмотрим. Здесь добавили еще новый дом с секретом, да. Мы обязательно его посмотрим. В следующем видео мы глянем дом. Сейчас мы полностью обозрим, так скажем, вот это вот рождение. Рождественское обновление. Что еще нового у нас добавилось? Во-первых, во всех, скорее всего, домах у нас с вами поменялись локации. Точнее, сам дизайн дома у нас должен поменяться. Давайте мы сейчас приземлимся, и я вам покажу. Итак, наша задача выбрать какой-то дом. Абсолютно, что сделал, не то нажал. Наша задача выбрать какой-то дом, ну, абсолютно рандомный. Давайте вот, например, вот этот вот выберем. И он должен быть украшен в рождественскую тематику. Так же, как и все дома в прошлом году. То же самое было. Но, ребята, я вам скажу, что они что, решили дома не ставить... А нет, подождите, да, поставили, смотрите, рождественские вот такие вот у нас новые безделушки в каждом доме должны появиться. И да, как видите, у нас тут и есть елочка, вот тут у нас, как эти штуки-то называются, носки, да. Кстати, можете написать в комментариях, ребята, поставили вы уже елку или нет. Я сегодня поставил, выглядит все замечательно, в инстаграмчике можете посмотреть, как она выглядит. Но, ребята, что мы имеем? Все дома у нас теперь украшены в рождественскую тематику, это супер, да, это супер. А теперь давайте же посмотрим, что же еще нового добавили. Написано, что нам добавили новый РП-сет. Добавили новый РП-сет, который мы сейчас посмотрим. Я не знаю, что означает РП-сет. Возможно, какие-то вещички в ваш инвентарь положили. Я не знаю, давайте сейчас посмотрим. Так, ну пока что ничего не вижу здесь такого рождественского. Нет, абсолютно ничего нет, посмотрите. Ага, то есть вот эта вот штука, у нас ее, по-моему, не было. Ее добавили как раз-таки в рождественское обновление. Либо, я не знаю, напишите в комментариях, ребята, но этого действительно раньше не было, я не помню такое. Окей, давайте посмотрим, что у нас еще. Если добавили новый РП-сет, возможно, добавили новую работу. Давайте посмотрим, как у нас работы теперь выглядят. Вот эти темы я смотрел, рождественскую тему, к сожалению, не добавили. Хотя было бы очень кстати, если бы добавили рождественскую тему. Так, ну ладно. Что у нас по вот этим вот работам нашим? Ну, я пока что ничего не вижу.
Ну, возможно, у нас, типа, должна появиться эльф, либо что-то в этом роде, но у нас ни эльфа нет, ничего я, в принципе, не вижу. Абсолютно. И тут, вот так, военный, ну, рождественского, ну, что-то такого тематического я не вижу. Может, я, конечно, слепой, но этого действительно нет. Абсолютно. То есть, я не знаю, что за новый РП-сет, что вы добавили тут интересного. Окей, ладно, хорошо, хрен с ним. К сожалению, я так и не понял, что за РП-сет добавили, ничего я не вижу. Хотя у нас, видите, у нас тоже, ну, все то же самое, что и было. Хотя, может быть, шмотки какие-то добавили, давайте глянем. Так, шмотки. Так, нам сюда. Возможно, какие-то костюмы, может быть, костюм Санта-Клауса добавили, давайте посмотрим. А, если бы добавили, было бы охеренно. О, добавили, супер, а ну давай. Красота, ребята, вот чуть-чуть опоздал. Вот я снимал видео, где я превратился в Санта-Клауса. Надо было вот сейчас снимать. Посмотрите, офигеть, спасибо, что добавили. У нас тут даже есть костюмы эльфов, вроде как. Давайте посмотрим, да, есть костюм эльфа. А вот это что такое? Вау, смотрите, вот это черный Санта-Клаус. Вот это реально уже интересный персонаж, я вам скажу, неплохо. Окей, так, давайте мы сейчас с вами посмотрим на новые тачки. А новые тачки у нас есть. У нас целых 3 новых тачки, это хорошо. А первое, у нас снегоход, 2 снегохода. Один обычный, другой премиум, который ничем особо не отличается от обычного. И вот такой вот снегоуборочный грузовик. А больше я тут вроде ничего не вижу. Вот этого вот вроде не было, не знаю. Но я не покупаю пак с машинами, потому что я в нем смысла абсолютно не вижу. Там машины не пополняются вообще. То есть, как был, не знаю, полгода назад вот этот пак, так он и остался. Ладно, давайте выберем снегоход. А, так как мы на VIP-сервере вместе с подписчиками, мы сейчас с вами бабахнем снега, чтобы у нас было все замечательно. А, прости, дружище, но ты у нас пешочком походишь. Так, сейчас снег бахнет. О, пошел снег, ребята, и должно сейчас затопить нас снегом. Так, ждем. Я сейчас, ребята, ускорюсь, давайте 200 скорость. Ну где снег? Как ехать-то на снегоходе без снега, я не понимаю, что за бред? Ну, расскажите, где снег? Алло. О, внизу снег, странно, тут снега нет. Ну ладно, ладно. О, там что-то вроде появляется. Ладно, короче, я не знаю, ребята, все как-то очень странно тут работает. Ладно, смотрите, ребята, вот такой вот снегоход неплохой. То есть мы можем ездить как угодно. Смотрите, у нас еще тут елочка попалась, хорошо. А что по секреткам с агентством, ребята? Но тут пока что их не украшали к Новому году, хотя, может быть, украсят. Итак, следующие, ребята, следующая тачила, это у нас снегоход номер 2, премиум, который вы не можете себе позволить. Как и я, в принципе, я очень жалею, что я премиум купил, потому что смысла нет. Посмотрите, вот чем они отличаются? Они, ну, тупо ничем не отличаются от того, как и обычный. То есть, ну, там какая-то пипка появилась и все. Ну, вот это, я бы хотел, конечно, за премиум, я за него бабки заплатил, я хотел бы за премиум более-менее какие-то нормальные вещи, но, ладно, имеем, что имеем. Окей, и последняя машина, ребята, это вот такой вот грузовик, это, я не знаю, он, короче, работает прикольно, я уже посмотрел, то есть, во-первых, он может вот так вот тут газики испускать, я не знаю, зачем, ну, видимо... Может быть, он посыпает чем-то, чтобы люди не подскользнулись, не сломали позвоночник. Можно управлять вот этим ковшом, то есть его можно влево-вправо. Снег, к сожалению, он не гребет, то есть тут как было много снега, так его и остается. Но было бы, кстати, офигенно, если бы такая возможность была. Что у нас в школе? Ну, это, в принципе, все. А, еще я забыл сказать, можно вот сюда лечь. Да, можно вот сюда лечь и лежать. Я не знаю, зачем это сделано. Ну, видимо, трупы какие-то, я не знаю. Так, угнали тачку, ладно. А что у нас в школе? Школа у нас тоже немножко преобразилась. У нас вот тут, смотрите, Merry Christmas, Happy Holidays и так далее, да. И тут у нас, смотрите, лучший подарок, который можно дать, это надежда, что следующий год мы проведем, точнее, что этот год мы проведем вместе. Я не знаю, что это означает, ребята, но, конечно, интересно наблюдать за тем, что хотя бы что-то нам добавили. Но следующее видео, ребята, будет, где мы посмотрим новые дома. А вот они, ребята, находятся вот здесь. Вот у нас новый дом, один-единственный, то есть вот он. Там есть секретка, ребята, и там на самом деле очень интересно. Я вам покажу, что там такое, поэтому следующее видео обязательно вам нужно будет посмотреть.